Я сейчас посмотрела на фотографию Дениса Бонуса из Сочи и подумала, что в этом году в Москве, наверное, охуенный сноубординг, да? Такой прям пиздатый. Такой неистовый, как никогда. Нет, лично мне, как человеку из Екатеринбурга, нахуй не впился вообще снег просто ни в одну жилу на туловище, честно. Я считаю, что это идеальная зима. Это лучшая зима. Просто, просто бесподобная зима. Отвечу на ваш немой вопрос. Я проснулась в 6 утра. Но чувствую я себя великолепно. Кстати, я рада, что я перешла на режим таких более ранних подъемов и более ранних укладываний спать, потому что это абсолютно другая энергия и абсолютно по-другому варит башка. И чувствуешь себя тоже абсолютно по-другому, и физически, и эмоционально. И как раз-таки потому, что я проснулась в 6 утра, и у меня отлично варит башка, я написала вам третью часть о плохой компании или как негатив проникает в нашу жизнь. Как только Аня Каренина проснется, мы выложим. Вы почитайте, ознакомитесь и, может быть, поразмыслите еще раз на тему, на такую сложную тему, для меня сложную тему, как наше окружение тянет нас вниз. Собственно, при чем тут Аня Калинина? Дело в том, что я по-прежнему ничего не могу делать, только снимать истории и выкладывать посты без подписи. То есть ни лайков, ни комментов, ни хера. Вы поэтому меня не теряйте, я бы рада с вами пообщаться, но я как собака, которая, знаете, все понимает, но сказать ничего не может. Заходить с аккаунта Вискунова Маша с одной стороны можно, с другой стороны вот нет. Это не то. Это уже тоже другой отдельный человек. Итак, приветствую вас, дорогие друзья, снова без макияжа и без фильтра. Я это делаю для того, чтобы наглядно показать вам пример программы второго дня, второго урока обучения с Я Beauty Week. Что мы можем еще сделать с нашим лицом? Кстати, внешний вид моего лица доказывает еще раз, что вот эти поверья про то, что когда девочка беременна, она типа пьет мамкину красоту, да, они оправдывают себя, потому что у меня все-таки таких синяков, ну, в целом я так никогда не выглядела, вот прям скажем. Но это не проблема. Давайте сразу без фильтра, чтобы все понимали. Да, это другой принцип проработки кожи. Он называется молодая, свежая, юная, прекрасная девочка, которая отлично выспалась и в целом живет вообще беззаботную жизнь. То есть это макияж будет немножечко другой, другое покрытие с полуглянцевым финишем. Это будет второй наш урок. Ну и, собственно, покажу вам более вечерний вариант для оформления глаз. Научу вас рисовать стрелочки на любой форме века, абсолютно, которая подходит для любой формы века. Это макияж, который называется «Маленькая сексуальная кошечка». Вот, поговорим о более вечернем выразительном оформлении губ и об оформлении бровей в других продуктах. То есть у нас будет два урока с абсолютно разным макияжем, который вы, однако же, сможете применять каждый день. Ну и всю неделю, которая будет длиться наш суперкурс Я Beauty Week, у вас будет доступ к информации о косметике, вы научитесь в ней разбираться, составите свою идеальную косметичку в абсолютно любой ценовой категории. Также у нас с вами будет один эфир формата вопрос-ответ, то есть вы сможете скорректировать свои ошибки и узнать все, что вам необходимо. Смотрите, неделя с 25 января, цена 1000 рублей, все вопросы в WhatsApp. Далее дублирую пост, в котором вы можете найти подробную информацию о содержании курса. Девочки, скажите мне, пожалуйста, как девочки, как у вас дела вообще? Все ли у вас хорошо? Жизнь как праздник? Работа кайф? Муж лапочка, в семье все безоблачно? Или вы пока в поиске, собственно, своей второй половинки, идеальной работы и смысла этой жизни? И вот если вам нужна, знаете, подсказочка, путеводная звезда, куда двигаться, а куда не двигаться, а куда лучше вообще не соваться, такой путеводной звездой для вас может стать, внимание, бесплатный вебинар Института астрологии Лакшми. Ставите себе натальную карту, может быть, сознание прояснится, знаете, узнаете себя лучше, я люблю, у меня есть, регулярно обновляю. Поэтому свайпайте, записывайтесь на бесплатный вебинар и меняйте свою жизнь к лучшему. Ребят, 2020 год, пора менять свою жизнь к лучшему. Сегодня уёбищное состояние такое же, да, я по вам тоже вижу, что вам не очень. Плюс еще понедельник. Я уже сама прошла пару кругов ада токсикоза, у меня мигрень ужасная. Я придумала песенку «Мигрень, мигрень, мигрень, мигрень превращает мой день в поебень». Вот, ну ничего, ничего, пройдет. Все немножечко вшатанные, потерянные. Артемий пришел тоже такой. Я просто, видите, я-то думаю, я беременная, поэтому как бы только мне, а я вижу, что не только мне. Вообще, беременная будни вот так выглядит у меня. Дело-то в чем? Дело в том, что мне сегодня приспичило, короче, новые одежды выхватить срочно. Я говорю, Ульяна, а! Ульяна, да, одежды?
Ну, это же прекрасно очень выглядит. Такой дресс. Как вам такой дресс? Без шапки-то куда из Чебурашки? Смотрите, Ульяна, Борис, мама ищет конструктора для того, чтобы шить одежду. Класс, люкс, был люкс. Если умеете, напишите ей, пожалуйста, в директ, хорошо? Я, короче, объявляю внеплановое собрание клуба любителей хуйни. Сейчас будет супер образы. Готовьтесь. Пальто красивое, вот как пиздец, Ульяна. Ты почему опять шила такое красивое пальто? Не можешь объяснить или нет? Мы, поскольку сразу за вторым пойдем, можно это взять сразу на вырост, я считаю, пальто. Подождите, вы не готовы к следующему образу? Подготовьтесь. Подготовьтесь. У вас есть время чуть-чуть. Я вам говорила, что вы не готовы, блядь. Чего вы не готовились? Я даже как бы не понимаю, как лучше. Потому что все идеально сидит слишком. Ульяна, что у тебя в башке? Скажи. Вот все-таки, вот после стольких лет ответь, что у тебя в башке? А если так?